Есть такой тип гонок, где тебе не надо просчитывать, когда нужно войти в повороты и сколько оборотов держать, чтобы не уйти в занос. За тебя все сделает компьютер. А ты просто сидишь и любуешься, как твоя ласточка летает и обгоняет всех подряд. К этому типу относится и лига скорости. Начнешь с копейки, а закончишь на Феррари. И все это совершенно бесплатно. Кто не любит быстрые езды с друзьями на крутых тюнингованных тачках? А если гонять, не покидая любимые социальные сети, как, например, в игре «Лига скорости», тогда удовольствия еще больше. Но сначала надо выбрать свою первую машину. Ну, конечно, это не джип широкий, а копеечка или Нива. Итак, на старт. Слабовата тачка, не беда. Прокачай свою вазу до настоящего гоночного монстра. В гараже тебя ждут сотни запчастей, от движков до неона и обвесов. Правда, вся эта сверкающая радость стоит денег, которые надо честно зарабатывать, побеждая на гонках. С каждой победой счет увеличивается, а опыт прибавляется. Крутому гонщику и тачка полагается крутая. В автосалонах вас ждут Ниссаны, Феррари и Мерседесы. Купил машину, покажи другу, пригласи его в игру. При желании с приятелем можно и погонять, или втихаря залезть в его гараж и надыбать там ценных гаек для тюнинга. А потом снова гонка под крутой музон от OneShot. Эх, ну с дороги!